это огромная территория, практически один акр земли. Обычные билдеры такое не строят. Существует так называемых два крыла. Split floor plan. Я не знаю, кого можно разводить? Бычков, коров? Его можно оборудовать по вашему вкусу. Нет заборов. Вагон. Здесь реально может уместиться большая компания, большая семья. Картошка растет. Абсолютно новый дом с шикарным видом. Я очень хочу вам сегодня показать и приглашаю в новые дома, построенные, ну вот, вот уже сданные. Четыре дома построены в одной такой gated community, при этом не имеют Homeowners Association, ассоциация домовладельцев. И это вызывает большую радость у многих, кто не любит подчиняться общим правилам ведения хозяйства. В общем, это очень хорошая недвижимость, если вы хотите privacy, независимость от соседей, властей и даже коммунальных услуг. Эти дома все имеют свой септик, канализацию, свою воду, что очень важно и становится еще более и более острым в Аризоне. Осталось только поставить свою собственную небольшую подстанцию, электроподстанцию, и вы можете пережить любые катастрофы, любые невзгоды здесь, в этом шикарнейшем месте, с шикарнейшим видом на горы. При этом мы находимся в 25 минутах от Скоттсдейла. Это легкая, быстрая дистанция. И сейчас мы с вами посмотрим, как это все устроено, где это находится. Если вы хотите купить здесь дом за миллион, площадью 300 квадратных метров. Приглашаю! Если вы хотите выгодно продать или купить недвижимость в Аризоне, то вам необходим надежный партнер. Сохраняйте мои контакты, я всегда на связи. И помните, хороший дом притягивает хороших людей. Еще идут ландшафтные работы, но дома уже полностью сданы. Кстати, и даже сайн-табличку мы, конечно, повесим, но дома продаются без рекламы. Вот домик, в который мы сегодня зайдем, я покажу вам вид, уже продан. Вчера мы его закрыли, так что первый пошел, и год открыли очень удачно. Еще три дома готовятся к сдаче, один практически закончен, и вот именно в его я вас сейчас и приглашаю. Это огромная территория, практически один акр земли, поэтому застройщик помогает, значит, будущим владельцам тем, что немножечко оборудуют. Вот этот подъезд совершенно шикарный, драйвей, площадка у гаража, и вот бордюрчики, которые сделаны, это, в принципе, не очень типично, но большой плюс. Въехав в этот дом, не нужно с нуля начинать осваивать территорию. А территория огромная. Все-таки акр земли, его нужно и почистить от растительности, и там провести что-то, водоотводы сделать. Здесь уже абсолютно все сделано. Можно наслаждаться только просторами, видами и новым, совершенно обалденный дом. Мне очень нравится внутри. А, кстати, до того, как мы зашли в дом. Вот представляете, подъезжая к этому дому, вот именно этот вид, его никто никогда не заслонит и никто никогда не перекроет. Это Four Peaks, так называемые четыре, как это, четыре вершины горы, да. Это ну, такой символ этого района, Риа Верди. Когда выпадает снег, у нас же не всегда снег лежит, эти вершинки очень хорошо видны. И Four Peaks, если в вашем доме, рядом, в доме, на подъезде есть вид на эту гору, то считайте, вы уже счастливчик, и вам уже повезло. Гараж огромный на 4 машины. Там, кстати, внутри есть тандемный вариант. Гараж экстра глубокий для тех, кто имеет траки, лодки. В общем, гараж совершенно здоровский.
обычные билдеры такое не строят. Этот застройщик, он делает дома semi-custom, то есть дома, в которых имеется возможность таких, ну, каких-то экстра классных вещей сделать. Вот Pavers, по которым, да, мы идем, дорожка, она не просто бетонная, а выложена вот такой современной плиточкой. Современные материалы в современном дизайне. Очень-очень-очень нравятся мне вот эти камни. И так они хорошо ложатся на нашу аризоновскую архитектуру. Дверь тяжелая, металлическая, с такой дополнительной функции, когда открывается и только для проветривания. В общем, дверь классная. Ну что, заходим? Готовы? Сразу бросается в глаза, невозможно не заметить, высоченный потолок. Высокий потолок всегда добавляет воздуха. На вас ничего не давит, вам ничего не мешает, у вас абсолютно все открыто, и вы абсолютно всем можете наслаждаться в полной мере. Планировка эта очень, кстати, популярная. Здесь существует так называемых два крыла split floor plan. В одном крыле находится полностью хозяйская часть. Там и мастер bedroom, и ванные, ландри, мадрум, куда мы обязательно зайдем. А в правой стороне находятся все остальные спальни. Детские, гостевые, офисы, в общем, все, что нужно. В этом доме находятся 4 спальни и 4,5 туалета. Половинка для гостей. Кухня открыта. Слышишь, какое эхо, да? Потому что очень высокий потолок, большое пространство и плитка на полу. Весь пол сделан плиткой, кроме спален. Ну, любим мы, чтобы в спальне было тепло и уютно. Гранитный countertop. Кстати, не просто гранит, не гранит, ребят. Quartzite. Quartzite – это кварц, но более твердый. Если на него поставить горячее, то он не расплавится. Очень прочный, очень качественный материал. Лучше, чем кварц. Современные, естественно, все appliances. Очень хорошие. Frigidaire – хорошая компания. Качественные из solid wood, как это сказать, из деревянные шкафчики с элементами всасывающими, высокие кабинеты. Там, конечно, декоративные шкафчики, но они тоже очень-очень хорошо добавляют в эту кухню. Встроенная плита, вытяжка. Вот эти вытяжки становятся все более и более популярными. Даже уже в домах там за 400-500 тысяч стали ставить вытяжку, чтобы у нее была вот эта труба вверх. Людям очень нравится эстетически вот именно такое расположение. Шикарнейший холодильник. Мне кажется, здесь можно фитнесом заниматься каждое утро, потому что тяжело открывается. Оба! Вот. Ну, кстати, я подумала, если на таком большом участке без всяких ограничений, лимитаций, разводить там каких-нибудь, я не знаю, кого можно разводить, бычков, коров? Живность, ты ее можно здесь же и хранить. Встроенная микроволновка, встроенная духовка. Ну, все очень приятно, что сказать. Это хочется трогать, с этим хочется жить. И в этом конкретном флорплане очень большая пентри. Пентри – это кладовка, в которой хранятся все сыпучие, жидкие вещества. Строители сказали, что они из этой комнаты, а это огромная комната вообще, они в принципе могут построить для покупателя все, на что хватает фантазии. Здесь может быть wine cooler для хранения вина. Как это сказать? Винный бар? Здесь могут быть, вот здесь могут быть шкафчики встроенные с дверками и открытые, кому как нравится. То есть вот этот огромный storage, хранилище, его можно оборудовать по вашему вкусу. Если кому-то понравится дом и вы хотите, шикарная возможность. Вообще я даже не знаю ни одного строителя, который вам это предложит. В доме 4 спальни. И все спальни имеют
полные ванные комнаты и свои собственные walk-in closet'ы. То есть это шкаф, в который вы можете зайти. По-моему, совершенно шикарно. Для одного человека более чем. Отдельные ванные комнаты все имеют такой же материал, как и на кухне. Quartzite, столешницы и абсолютно классные деревянные кабинеты. Хорошая, качественная сантехника, уже установленная. Слушайте, работает как по маслу. Приятно. Приятно, когда вещь качественная. Кстати, окна здесь, в этом доме, тоже необычные. Необычные алюминиевые, а очень хорошие окна. Так, давай пройдем, значит, интересный, да, проход такой здесь в спальне, в эту сторону можно пройти через кладовку. Две спальни с этой стороны имеют общую ванную комнату. И две раковины. По-моему, здорово. Если у вас двое детей, а особенно мальчик и девочка, то каждый может выбрать себе свой уголочек. Ну а в этой душевой кабинке, слушайте, ну просто мечта принимать душ. Вот такой кактус, наблюдать за его развитием круглый год, это просто удовольствие. Они же так красиво цветут весной. Весной на этом кактусе вот такие белые красивые цветы. Ну, в общем, из этого душа, похоже, ни мальчик, ни девочка не захотят выходить. Эта комната такого очень хорошего размера. Очень часто все жалуются. Спальни маленькие, спальни маленькие. В этом доме все спальни очень хорошего размера. И окошки в шкафчике. Прямо, ну вот прям очень здорово. Здесь не нужно включать свет. Да, двери купе. Кстати, очень модные сейчас двери. Называются barn door, как в хлеву, да, барн. Ну, в общем, хорошие двери. И это удобно, что не съедает пространство. А, хочу обратить внимание на лампы. Все light fixtures современные. И очень классического дизайна, подойдут абсолютно под любой интерьер. А, ну вот эта комната, скорее всего, может быть офисом или гостевой комнатой. Здесь нет такого большого шкафа, но есть достаточно хорошие за дверками. И очень-очень-очень красивый вид. Нет заборов. Здесь отличительная особенность. Посмотрите, ни у одного дома нет забора. Поэтому такое ощущение открытого пространства – это для людей, свободных духом, которым нужна вот независимость от всяческих рамочек. Эта комната «Дайнин» называется. Здесь обычно ставится обеденный стол. В этой планировке стол может быть достаточно большой или раскладной, или там, в общем, любой, какой угодно. Место здесь – вагон. Здесь реально может уместится большая компания, большая семья. И это все пространство открыто к большой комнате, к living room, и находится рядышком с выходом на патио. А в этом районе, как вы уже поняли, большинство людей покупают эти дома именно из-за того, что здесь очень хорошая природа, пейзаж, кстати, чистый воздух. Кто любит разводить грядки, могут здесь даже себе делать чистые продукты. Вопрос из зала. Да. Картошка растет здесь? Картошка растет. Растет. Редиска вообще замечательно растет. Мята, базилик, ну, зелень вообще любая. У меня даже были клиенты, которые выращивали огурцы, помидоры. Сама лично не занималась этим, потому что они становятся золотые к концу сезона. Но это все реально. И если заняться этим прям хорошо, я гарантирую, что урожай будет. Будет. Но заниматься им надо. Территория самого дома 300 квадратных метров. Плюс гараж. Стоит это все на огромном... Вот этот конкретно лот... Этот кусок земли заканчивается там, где вот мы видим верхушки деревьев, вот где деревья заканчиваются. Здесь, по идее, можно было бы построить еще и бассейн. Не всем просто это нравится, не все хотят с этим заморачиваться. Но потенциально возможно. И размер колодца позволяет
всем четырем домам иметь свои бассейны. Здесь очень красиво. Я подхожу к выходу из спальни. Это выход из мастер-бедрум. Но даже отсюда, из патио, если заглянуть в эту дверь, в окошко можно увидеть гору. Можно увидеть вот Four Peaks. Видишь? Очень красиво. Очень. Много художников любят этот район. У меня есть клиенты-художники, которые именно этот район рассматривали, потому что говорят, что здесь можно писать картины в любое время года и какие угодно. В мастер-бедрум есть два входа. Один в эту сторону, и мы сейчас пройдем с другой стороны. И я вам покажу, как связан вход из гаража с мастер. Очень хорошая планировка, не знаю, мне кажется, очень логичная и очень продуманная. Мы, как правило, паркуем машину и заходим с сумками, портфелями, дети, обувь. Вот здесь специально сделано так называемое mudroom. Если переводить напрямую, это комната грязи. Но она не обязательно должна быть грязная, поэтому здесь построили такой организационный шкафчик, в котором можно здесь и оставлять обувь, и складывать вещи, ключи, вот всякие там, я не знаю, одежду. Самое главное, что можно повесить сумки. Если маленькие дети, то им будет очень удобно разуваться, одеваться и прочее. Здесь же есть гостевой туалет. И вход в следующий, в лаундри-рум. Лаундри-рум потрясающего размера, со своей раковиной. То есть здесь можно заниматься даже каким-то хобби. Ну, понятно, что здесь машинки стиральные, сушильные, а здесь-то можно работать, и здесь для хобби есть возможность все это сортировать, организовывать, иметь доступ к воде и ко всему остальному. Размеры впечатляющие. Потенциально можно делать все, что вы хотите. И из ландри прямой вход в гостевой шкаф. Шкаф на два человека, но у меня ощущение, что здесь может вся семья жить. Вот эта половинка только для женской половины. И еще вторая половина шкафа только для мужской половины. Я думаю, что это мечта большинства женщин, чтобы у мужа был свой отдельный гардероб. Лаундри – это стратегически находится, не ландри, это шкаф, стратегически находится рядом с ванной комнатой, хозяйской ванной комнатой. Я пытаюсь все английские слова заменять русскими, получается, конечно, коряво. Комната. Не зря называется комнатой. В этой комнате можно жить. Огромный душ на два человека, пока здесь еще просто не стоят стеклянные перегородочки, но они заказаны, они будут установлены. То есть все это будет закрыто стеклом. Рейн-душ для всего тела и вот эта очень удобная штука, которой можно пользоваться. Натуральные материалы. Ванная. Мне нравится, потому что в ней можно не просто сидеть, в ней есть место. Она достаточно длинная. И встроенные, обрати внимание, вот здесь вот встроенные все ручки прямо из стены. Угу. Приятно и красиво. Можно даже так снимать. Две раковины, огромное зеркало. Это все делает эту комнату еще больше, еще светлее, еще просторнее. Ну, кстати, сейчас зимой, может быть, чувствуется, что немножко холодно, а летом здесь будет прямо самое то. Классные, очень классные виды из окна. И во все стороны, просто вот в любое окно, какое ни посмотри, везде потрясающие виды на горы. Горы, 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 горы. Вот такая мастер-бедрум. Со своей отдельной ванной, шкафом, ландри. Кстати, в доме есть дополнительные кладовки, что важно, очень важно для многих. Прекрасный дом. 1 150 000, 300 квадратных метров, 20 минут от города.
прекрасно подойдет для людей, которые работают на удаленке. Empty nesters, когда выросли дети, улетели из гнезда, и вы хотите просто спокойно жить и наслаждаться природой и друг другом. Людям, которые собираются выйти на пенсию, вышли на пенсию. Любителям, кстати, лошадей, потому что здесь прекрасные трассы для верховой езды. Любителям гольфа, потому что здесь один из лучших гольф-курсов находится. Ну и вообще всем, кто ценит независимость, спокойствие, хочет находиться на природе, но при этом рядом с городом. Два дома практически готовы к сдаче. Один дом уже продан, и еще один на подходе. Так что выбор есть, и вы знаете, куда писать. Обращайтесь.